И умница, я срок переводил. Сука, лол. Свободу мозгом. Пацаны тупо чилят. Мы фотографы из газеты. Привет, ёлок, мне кажется. У нас тут какая-то неопределенная дичь будет твориться. У него день рождения. Он нормально. Сегодня стал легальным, поэтому уже можно, будет да, подрывать пуканы на Майдане. Бомба. А покажет вам все это Вадимка. Готовимся к залазу. Ты заебешь. Дикенша. Понятно. Домой уехал. Правильно. Кто камеру оставил свою, заебись. О, плюс доля. Да. Ложики будем снимать. А что с красным тебе? Запал? Запал. Бежим. Повив ракабель. Не надо было трогать никакой. У нас сейчас. Блять. У нас сейчас будет салют. Чувака днюха. Съёбы. Он еще поджачник. Ёб твою мать, сейчас будет пиздец. Салюты, потому что чувака днюха. Съёбы. Съёбы. Оно упало, нет? Нет, еще стоит. Ёбно. Ай, блядь. Время съёбывать. Ярик, время съёбывать, мне кажется. А патрулька свернула, алло. Да? Да. Блять. Время съёбывать. Да. Спокойно выходим. А? Спокойно выходим. А где патрулька? Где патрулька? А я хуй знаю, она такая. Она, короче, резко свернула и все, типа. А вот и полиция подъехала. Ну ты принимайся, ебать. Ору, сука, принимала. Может, пошли к ним, скажем, что они там где-то вышли. Тихо-тихо. Там, короче, два копа подошли, блядь, выяснять, кто там бомбит сверху. Отдавая дань древним традициям, Беларусь, Минская, Шава и, видимо, какой-то начинающийся алкотрип. И вот буквально спустя полчаса мы приперлись в какой-то сад непонятный. Тут поглядеть хочу детскую железную дорогу. Сам Влад почему-то не рад от этого. Я не рад? Почему я не рад? Потому что я трезвый. Вот и дошли. Я иду по платформе, вот узкоколечко идет с бетонными шпалами, а вокзал угрожен. На реставрации, видимо. Ну ладно, пойдем по путям погуляем. Тут на дрезине нормально будет. Едешь, бухаешь по кругу. Просто знаешь, это такой таймлапс бесконечный. Там это времена года на фоне меняются. Ты едешь, бухаешь, Трейлочки. Влад, переведи стрелку. Нам на другой путь надо. Автоматически. Не умничай, а стрелку переводи. Бля, что ты доебался? Ебись ему того мужика. Блять, я уже от снега отвык. Дома-то его нету. Ну типа в феврале был. На балконе-то это окна не закрываешь, и как бы там иногда нормальный сугроб копится. Я смотрю, ты не поп. Да, заходишь с утречка бодренько, знаешь, это снегом по груди так размазал, типа мужик. Первое искусственное сооружение, путепроводик над оврагом. Здесь, наверное, заебись с веревкой прыгать. Влад. Что? Тащи шнурки, вешаться будешь. Две пары, кстати, запасных. Можно даже из ботинок не доставать. Вот и заебись, будем сейчас прыгать. Ты уже затемяешь? Сколько тут, метров 20? Наверное. Вот и нормально. Ну я тебе это, не узел, но петлю-то сделаю. Давай, достану. Я же не насыщу, чтобы заставлять тебя самому себе петлю вязать. Мы как раз. Да, блядь, луч-то вот идет. А? Вот иди сюда, блядь, ну стой. Сука, не успел заснять, блядь.
Шайтан или гей-парад? Фотодруч. Сейчас фоточки мои отсюда и посмотрите. Блять, что-то с фоточками не получается. У меня нахуй фотик улетел от такого потока. Пиздец просто. Жуть. Правообладатели кушают большой вкусный хуй. Такие вот фоточки. Говно ебан. Теперь время съебывать. Вот ну, блядь. Здрасте. Мы фотографы из газеты. Волкек. Добрый день. Короче, гулянка продолжается, видимо, хуярим до утра. У меня обоссанные ботинки. Ты на них решил навестись, да? Шириком, да, блядь, охуенно наводится. Так, блядь, ну какого хуя? Положи ее на место. Реклама интеграция. Коршун Тревел. Лучшие фотографии. Подписывайтесь. Инстаграм Коршун Тревел. Ничего ж сложного. Подписывайтесь на Инстаграм Коршун Тревел. Ничего сложного. Как, знаешь, это как фотографа обосрал, типа. Там нет ничего сложного. Одни салфачи, блядь, с мобилы. Короче, вот такая вот тут... Ай, блядь. Кольцевая система с несколькими путями. Все такое. Полностью гулять пока я что-то тут не хочу. Все выглядит серо-уныло. Тебя тоже можно было бы рекламить, вот если бы ты переименовал свой инстаграм в членопахер 1. Давай переименую его в ничего сложного. Тут вот еще такой разъездик с небольшой станцией. Сейчас до нее пройдем, а потом уже уходить отсюда будем. Что-то тут реально как-то все коныло, уныло, коричнево и Влад. Вот такая вот небольшая тут станция и депошка. Там какой-то составчик даже стоит. Подойдем поближе, посмотрим. Вон тебе паровоз, иди катайся. Съебывай в Европу. Там трактор нужен, красный. Так, что тут у нас? Не шатается. Короче, вот такие вот составчики. Чувак, собака подвигает и камеру, оп. Товарищ машинист. Можно на ТХ? Ну, товарищ машинист. Моя установочка. Можно на ТХ или нет? На ТХ? Бля, ну,
Ну прыгай, ладно, хуй с тобой. Мне очень нравится, как колеса сделаны. Пацаны, кому нужны инструменты в гараж, вот подходите. Там еще лопата внутри стоит. Охуенная, вот такая. Краузеверк. Немецкая наливайка водички в паровоз. Вот на утро после пьянки такую домой, вот самое это. Воспринудительная подача воды в горло. Типичное утро в Киеве просто. Просыпаешься такой, типа... И крау... Wasser und Krausewerk. In my mouth. Главное, чтобы не с туалета было. Слушай, откуда дадут, оттуда дадут. Тут как бы выбор не особо. Я опять иду по шпалу. Из туалета в плане из бачка или из самого унитаза? Из, ну, унитаза. Ну, в бачке-то бачке это нормально, так плохо. Считаю, чистая водичка там. Финиш там. Если помыть бачок, то вообще что? Снаружи. Хотя бы снаружи. Никогда не думал, что школьники будут проблемой в распитии пива на баянной заброшке. А вот еще два наших персонажа. Мы ждем. Мы ждем. А вон и школьники, осторожно, которых прогнали. Как будто метро 23. Если вы думаете, что они пидорасы, то вы правильно думаете. Денчик, а чего у тебя ботинки разного цвета? Да, это ж модно сейчас. Ботинки да? разного цвета. Он не многолог. Можно наблюдать, как синий локомотив тащит паровоз, который гудит, пердит, как сатана. Вместо 1000 интерсити. А СКБДД вспомнил. И возникли легкие сомнения, а возможно ли тут пройти? На территорию. На чью? Хули там делать? Не знаю, зову. И на что смотреть, на гаражи? Я и буду, ну типа там, наверное, что есть, там. Да ты ебанулся пешком подниматься столько. Во втором, может, лифт работает? Нет. Можем на кран давить. А там, блядь, что, не пешком? Ну ты и пидорас. Бля, Варламов, стыдно, приди, честно, помоги. Стыдно. Что? За ступеньки или за поручни? А. Бля, еще да нормальный поручень, что ты? И гаражи классные. Мне стыдно, что сломал. А, так и почини, у тебя же дрель есть. Саня, лестница для рук, можно это на велике, чтобы приятнее было скатываться. Руф на грани. Все-таки мы вышли к железке. Возле платформы Сырец. Влад восхищается Киевом. Охуенный город. Пиздатая экскурсия, что тебе не нравится? Я же говорю, охуенный город. И гид хороший. Вообще ништяк. Блин, я застрял. Дерево не сломай. Посадят. Я тебя сам посажу в горшок, блядь. Бля, дерево? Блядь, я зацепился рюкзаком. Я тоже зацеплялся. Я не могу с него снять. Ну ты неплохо смотришься. Тебе что, по забору не слезть? Скажи, ты идиот? Да. Блядь, только все нахуй поломал. У меня даже справка есть. До этого я тут был, только проезжая на ТХ. С поезда это все выглядит, конечно, как-то получше. Покажи паркур. Паркур старика, блядь. О, ясно. Сука, не слушай. Ту-дум, ту-ду-ду-дум, ту-ду-ду-дум. А, блядь, кидать петардами в собаку, сука. Она съебала. Красавцы! Бать, бомбануло просто. А по сути, баянная помойка.
сложность заключалась в том, что тюбинги были в снегу и наледи, руки отмерзли, несколько раз соскальзывал, но в целом короче, вот мы и внутри нашим международным гей-парадом. Копер. В относительно теплое время года тут поприятнее, конечно, но, блядь, в берцах было бы идеально. Ёб твою мать, красотища какая! Короче, лайфхак от белорусского... от белорусов. Значит, собачьи кольца очень легко разъебываются. Берешь петарду, не менее Корсара 4, P2000, Гром 2, берешь и бросаешь в собачье кольцо. Собачье кольцо разъебывается, час его нет. Две гранаты, ну, две петарды, блять, я Сигу уронил. Две петарды, три часа кольца нет, ну и так далее по экспоненте. Ух уж эти посиделки в кабре. Бухло у всех закончилось, поэтому будем уходить. В основной блок пробраться не удалось, так как спасибо товарищу Сусанину. Нет. Самое приятное в такие это выйти на свежий воздух и вот... И бахнуть венца. Дать свободу ножкам. Фу, блядь, уберите нахуй свой какой-то, ёбаный. Там пиздец жара. Свободу ножкам, блядь. Бухло. Я люблю бухло. Я тоже. Все уже заебались, бухло у всех кончилось. А мы все продолжаем гулянку, потому что пешком домой идти впадло. Поэтому ходим по баянам. Вот. Тот момент, когда уже больше года живешь в Киеве, а первый раз вот тут идешь мимо лавры и... Внимание! Водитель сдает задним ходом и тронит столб. Теперь у него бампер с отличной вмятиной. Ох, ебать, я заснял. Так вот, идешь к родине матери, да. Теперь у него на бампере есть две булочки и промежность между ними. Ох, какой там спуск хороший. Да. Была бы только 300-ка, такая выставка БМПшек, БТРов. И один из них принял специфический весьма камуфляж. А вот на таком БТРчике, вот последний, который я в GTA-шке катаюсь, люля раздаю. Пахом, Пахом, вылазь, ты где? Она что на кирпичах стоит? Просто потому что, может, так вот, это антигабаритные пушки, когда въезжаешь на газельки чуть выше положенного, тебе просто сносят нахер излишки, это надо вот в Питере возле моста глупости поставить. Тоже вот такие танчики посерьезнее пошли. Т-10М. Нэм. Сурово. 54-го года. Пойдем дальше смотреть. Вон там звездуля, как да. В там Бресте даже стоит. Напоминает. 24. Ну пойдем, пойдем. Постоянный. Крокодил 24-й. 24-й, да. ГТАшечка. Живи, Беларусь. Да, вот именно на таком, только с открытыми дверьми. Социализм в Лос-Анджелесе в GTA 5 и распространяется. Вот такую бы еще туда, вот чтобы против всяких летунов избавляться. Да? Обязательно. Да. Вот и я так считаю. Всегда вот это забавляло, что, ну, как бы Брест городом героем не считается, но Брестскую крепость указывают. Она не город. Я знаю. Ну, не, просто что не сам город, а именно крепость указывается. Что Брест весь сдали сразу, а город... Не, а в курсе. Просто, блин, ну, как бы, города, оп, крепость. А на дронах, да, нельзя летать? Ну и, собственно, сам монумент. Надо теперь будет побывать возле Волгоградского. Да.
побольше вроде как. Ну, вот такой вот монументик, короче, получился. Мы тоже спускаемся к Дружбе народов. Пойдем, позалипали с видом на мост Патона. Как тебе? Я, блядь, подсел, залип, блядь. Сколько я? Минут, наверное, 10-15 сидел. Ну да. Просто сидел, блядь, залипал. Охуенно. Три сиги подряд. Вообще, просто. А я печалюсь, что на объективе что-то диафрагма не особо работает. Дырка на максимум открыта и не хочет закрываться. Ну, короче, на забросе мы посидели, померзли, пиво попили. С товарняками сегодня тяжко, поэтому пойдем дальше. Куда вы лезете? В смысле, а что тебе не нравится? Тебя подсадить? Мне курточка не нравится. А что с ней не так? А, так я тоже. Фонарю, на фонаре легче перелезть. Вы можете на фонарь встать, просто перелезть, да, и все, типа легко. Перелазить, там проще просто дальше. Можешь с ней пойти, там проще. Да, мне все равно проще, у меня курточка. Хорошие друзья, блядь. Ну. Краны холодной горячей воды. Тит, наебенился, веди себя прилично. Ну, мы снова бродим по баянам. Влад тут не был, поэтому почему бы и нет. К нам еще присоединились Антон, Вадим. Посидим, попьем пивка тут. Здравия желаю, молодые люди. Висит, короче, на плече штатив. Никого не трогаю, блядь, все заебись. Он раз и такой... Нормально. Я такой, охуенно. Сратый чехол. Слушай, а как его вообще закрепить? Вот каким образом? Если тут оно оборвано. На карабин. Пацаны, а чья камера? Ну, типа... Да не, вот не знаю. На улице нашел? Ну, мобила ушла, камера пришла. Вадим, а что ты можешь сказать про белорусов? В качестве, точнее, даже гомельских. Все без слов, понятно. Какая тебе ручка с собой? Я, блядь, с пар нахуй уехал в Киев. Что ты хочешь? Вот я после такой... пары пошел и поехал в Киев. Пошел и поехал. Да. 4 утра. Это вообще пиздец, нахуй. Все, блядь, пошло ко дну, нахуй. Да, еще помотай возле моего носа, чтобы он был крутой. Пацаны тупо чилят, устали, отдыхают. Спальника, правда? А, ты можешь сука на руку обидеть? Ну, короче, досиживаем мы на крыше последний час до открытия метро и поедем домой уже спать, ибо... Устали, вымотались и все такое, и вообще уже скучно и холодно. Я бы назвал это прекрасным русским словом, подзаебались.